Висят уши, нельзя скушать. Что это? Это свиные уши. Попробую вместе с вами свиные уши, которые произвел ООО «Марти» по адресу Россия, Чувашская Республика, Чувашия, город Чебоксары, проспект И.Е. Яковлева, дом 3, помещение 14. Заходите в гости. Расскажите мне, осмелились ли вы уже купить и попробовать свиные уши? И мой черед пришел. Вскрываю упаковку. Написано, что эти уши есть в составе. Я посмотрела состав. На первом месте идут свиные уши. Никогда не могла даже представить, что у свиней уши выглядят вот таким образом. Вот, смотрите, как прекрасно они блестят. Запах, ух, запах такой чесночно, какой-то маслянисто-чесночный. Вот, смотрите, как выглядит ухо. Не знаю, выглядит страшно, мне страшно его пробовать, если честно. Хрящик. Хрящ, жир. Вообще страшно это есть. Потому что реально эти белые штуки, это прям как твердый хрящ, почти как кость, но хрящик. Сверху такая жирненькая кожица. И вот это мясо, его еле чувствуешь. Солененькая, перчененькая. Такое ощущение, что ешь ошметки от мяса. Или такие вот, как бы, хрящики. Или жилки. Вот, жилки у мяса точно такого же вкуса. Но я не скажу, что я прям в восторге, потому что... Не знаю. Но, в принципе, это съедобно, к пиву сойдет, если вы пиво пьете. Еще напоминает бекон. Вот. Приятного аппетита. Свиные уши. Напиши в комментариях, пробовала ли ты свиные уши. И вообще, как тебе этот деликатес, эта закуска. Спасибо за внимание, друзья. Всем приятного аппетита. Всем пока.